Говорю, или ты купишь за 1000 пакет и получишь 1000 монет, или ты купишь за 1000 пакет и получишь 700 монет. Выбирай, как хочешь. Он говорит, мне вот это интересно. И он покупает у тебя. Он может здесь купить. Но в этом случае у него будет меньше монет. Вот в этом случае у него будет всегда больше монет. Поэтому, конечно, если человек пришел от тебя, ты ему показываешь это и это. И он выбирает это. Но очень много людей, которые пришли не от вас, а просто от какой-то рекламы. И эти люди, конечно, будут покупать так. Но завтра они узнают про тебя и купят у тебя еще раз. Понимаешь? То есть, если он купил вчера вот так, потом узнал про тебя, он купит еще и у тебя тоже. Будет и тебе хорошо, и так хорошо. Но вот эти случайные люди, которые будут приходить со всех сторон, они товарооборотом повышают твою цену монет. Потому что мы не успеваем просто. Нас слишком мало. А их слишком много, которые хотят. Мы с тобой просто медленные. Мы пока до них достучимся. Мы еще будем бороться со своей, со своим неверием. Верю я или не верю. Но вот этих случайных людей, их очень много. Поэтому компания открывает доступ для всех. Но для них дороже. Потом они разбираются, что есть такая возможность, они покупают еще раз. Но вот этот товарооборот, он увеличивает цену монеты, чем делает для нас большую. Основные тезисы для приглашения. Основные тезисы для приглашения. Будущие деньги – это не бумажные деньги. Будущие деньги не бумажные. Это всем понятно. И там понятно, и тут понятно. Нужно сказать, что, ребята, будущие деньги – это не бумажные деньги. Это уже всем понятно. И есть две технологии. Одна медленная технология, одна быстрая технология. Блокчейн, 7 транзакций в секунду – это черепаха. И уже всем понятно, что эта черепаха, она не будущая, не... Чтобы она работала, нужно квантовый компьютер. Но его пока нет. Вот когда изобретут, тогда блокчейн будет актуальным. Пока что его нет, тогда нужна какая-то другая технология. И вот блокчейн 3.0. Скоростная система, экономичная система. Потому что, знаешь, я не хочу быть каким-то там, давайте, провидцем. Я просто знаю, что Microsoft, IBM, Samsung, они разбираются в этой системе. И они для своих платежей именно выбрали Direct Acyclic Graph, технологию DAG. Мне не нужно ходить к гадалке, чтобы узнать, что будущее, понимаешь? Я смотрю этим компаниям, они взяли не блокчейн. Это есть в интернете, это есть информация в этой, как его?